Уже не первый год в городе действует муниципальная программа развития и поддержка малого и среднего предпринимательства городского округа Самара. Малый бизнес, в том числе самозанятость инициативных граждан, важный фактор стабильности экономики региона. Об этом в послании жителям и депутатам говорил губернатор Дмитрий Азаров. Одно из приоритетных направлений поддержки – социальное предпринимательство. Социальные предприятия могут претендовать на микрозайм по ставке 1% годовых. Это уникальная программа, уникальная ставка, и вот только социальные предприятия на сегодня могут получить именно такую ставку при получении микрозайма. Департамент управления имуществом оказывает поддержку в виде предоставления муниципального недвижимого имущества и помещений, где действует льготная ставка по аренде. Вместе с этим на базе самарского бизнес-инкубатора регулярно оказывают информационно-консультационную поддержку для предпринимателей и самозанятых граждан. Уже заключительную стадию проходит нормативно-правовой акт. Совершенно точно он выйдет у нас к концу июня, и мы начнем сбор заявок в июле. Это грантовая поддержка на компенсацию процентов по кредитам, но не более 300 тысяч рублей. В этом году в регионе стартовал новый проект – онлайн-витрина для самозанятых. Это возможность привлечь новых клиентов и вывести свой проект на новый уровень. А для жителей региона – прямой и удобный доступ к качественным товарам и услугам. Все, что нужно – быть самозанятым, зарегистрированным в приложении «Мой налог», вести деятельность на территории Самарского региона и самостоятельно производить товары или предоставлять услуги потребителям. После заполнения анкеты на сайте mybiz63.ru нужно дождаться решения экспертной комиссии Центра о размещении в каталоге. Мария Ильчан, Николай Епифанов. События.